Всем привет! Вы на канале Gadget Mania. Сегодня смартфон для тебя и твоего бро. По крайней мере, так гласит реклама от компании Huawei. Итак, это новое видео. Мы начинаем с наступающим. Посылочка, как всегда, несколько дней курьером с Москвы. Собственно, никаких проблем с интернет-магазином нет. Мне приезжает сэмпл без упаковки, вам приезжает, соответственно, полностью так, как вы его купите в магазине. Будет совершенно абсолютно новый. Что такое Honor 6C Pro? Это улучшенная модификация 6C, потому что имеет приставочку Pro. У нас имеется 3 гигабайта оперативной памяти, 32 встроенной, 3 варианта расцветки на выбор, 8-ядерный процессор и вроде как неплохие камеры. И при этом этот смартфон стоит 10 990 рублей. И сейчас дают еще и подарок покупки. И еще можно купон, если успеете на акцию. Итак, встречаем Honor 6C Pro в черном цвете. Еще есть кабель USB, microUSB. Печально, что не Type-C, но это достаточно бюджетная модель. За 10 990 рублей мы получаем алюминиевый корпус, 8-ядерный процессор, по оперативной памяти 3 гигабайта, по встроенной 32. Это, собственно, улучшение версии Pro от обычной. И обычную уже сейчас, по-моему, не продают. 13-мегапиксельную основную, 8-мегапиксельную фронтальную. Операционную систему Emotion UI, которая базируется на Android 7.0, Emotion UI 5.1, HD-экран с 1280 на 720 разрешения. В принципе, саму работу систему здесь ничего не скажешь, она работает неплохо, даже не проявляет никаких глюков, то есть процессор вроде как и не самый сильный, но справляется. Ну, безусловно, это будет не игровой смартфон. Я уже немножко посмотрел камеру, как она фотографирует, тестовые снимки, может быть, появятся где-то сейчас здесь, а может быть, не появятся. Что мне понравилось по внешнему виду и по первым ощущениям? Все-таки здесь чувствуется преемственность дизайна всех смартфонов линейки Huawei в 2017 году. И самая бюджетная модель, одна из самых бюджетных моделей 6C Pro, нам напоминает о том, что все-таки компания Huawei умеет делать смартфоны. Сам смартфон собран более-менее хорошо. Ну, что тут ожидать за 10 990? Люфтов, скрипов, каких-то щелей вы не найдете. Но я заметил, что на этом тестовом сэмпле ободок камеры, скорее всего, сам смартфон носился, естественно, без чехла. И сам ободок камеры, который покрашен в черный цвет вместе с алюминием, он со временем немножко поистрепался, и сейчас проглядывается вот этот вот обычный, естественный цвет металла. Пластиковые вставки практически в один тон с алюминиевой крышкой. Присутствие какого-никакого олеофобного покрытия, но все-таки экран заляпывается очень-очень хорошо. Нет никаких пленок, наклеенных с завода. По органам управления и разъемчикам давайте быстро пробежимся. Как всегда, на правой грани у нас сдвоенная кнопка регулировки громкости, кнопка включения, microUSB, а не USB Type-C, две решеточки под динамик и под фальш-динамик под микрофон. На левой грани у нас присутствие наличия слота под сим-карту и карту памяти. 3,5 мм обязательно есть. Логотипы спереди, логотип сзади о том, что это смартфон Honor. 13-мегапиксельный глазок камеры сзади. Присутствие светодиодной однотонной вспышки. Сканер отпечатка пальцев тоже у нас находится сзади. Он очень, в принципе, хорошо работает. То есть для этих денег, для этой бюджетной модели, я думаю, что претензий к работе данного сканера у вас не будет. Сама операционная система, повторюсь, работает в принципе нормально. Ну и что еще ожидать от смартфона за 10 990 рублей? Сейчас, кстати, на официальном сайте магазина компании Huawei в России проходят несколько акций. Вы можете получить купон от 1000 вроде как до 5000 рублей в зависимости от модели смартфона, который вы хотите приобрести. И вам еще подарят подарок. Это все проходит или проходило в конце декабря 2017 года. Пройдите по ссылке в описании, и если вам повезло, то вы, скорее всего, успели попасть на эту акцию. В итоге, какой вывод я могу сделать от такого беглого знакомства со смартфоном 6C Pro для тебя и твоего бро, как гласит нам реклама компании Huawei?
в принципе, он имеет право на существование, он, скорее всего, найдет свою аудиторию среди студентов, может быть, людям, которым нужен действительно современный смартфон, но они не хотят переплачивать. Но тут сразу появляется двоякое такое впечатление, двоякое мнение, и мысли такие находят на тебя. А что, если взять и добавить совсем немножко денег и купить у той же компании Huawei смартфон, допустим, ну, к примеру, Honor 8, который являлся флагманом 2016 года. И за эти деньги, переплатив всего 3-4 тысячи рублей, вы получите все те же самые характеристики, но уже лучшую камеру, хороший процессор, немножко покачественнее сборка, уже другие материалы использования при производстве смартфона. Поэтому тут стоит дважды подумать. Я ни в коем случае не ругаю эту модель, но мне кажется, что уже, конечно же, либо надо ставить его где-то примерно за 8,5-9,5 тысяч рублей, либо уже вы, как потребитель, выбираете, доплачиваете, покупаете более производительный смартфон. Давайте так, если смартфон мне понравится, то я его, конечно же, протестирую и сделаю видео, в котором я расскажу о всех плюсах и минусах данной модели. Если же все-таки не совсем зайдет, то не обессудьте, как говорится. Вам большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, проходите в группу ВКонтакте. У нас есть телеграм-канал, ссылки в описании. Там я публикую иногда всякого рода купоны, скидки и всевозможные промокоды. Всех вас с наступающим новым 2018 годом. Обязательно подпишитесь, поставьте колокольчик. Совсем скоро увидимся. Пока-пока.